цель? Вот какова цель? Учителя, большинство учителей, которые я встречался, не понимают, какова цель обучения. Что они делают в первом классе? Что они делают в третьем классе? Что они делают в четвертом? Что они делают в шестом? Что они делают? Это разные цели, разные вещи, которые делают. А передача знаний – это инструмент. Ведь вы формируете человека, расхищаете его. Это вы должны получить в результате просвещенного человека, а не математика, знающего что-то. Подумаешь, 5 плюс 3, 8 или 9, какое-то имеет значение. Главное, чтобы он понимал, что такое сложение. Абсолютно незачем. Сейчас я боролся, когда появились калькуляторы, я пытался в школах насаждать калькуляторы и задачки решать при помощи калькуляторов, потому что быстрее. Понимание надо. А зачем это упражняться по Йохешмитера? Столбик решения, да? Алгоритм, да. Меня в Академии наук пытались разругать даже. Что за как? Человек не должен уметь 235 умножить 130 линию провести. Я спрашиваю, а вы умеете складывать римскими цифрами? Римскими числами, написание римских чисел. Умеете? Не умеете. Почему вы не умеете? Ведь умели римляне это делать. Потому что не нужно. Раз есть калькулятор, зачем учиться складывать? Понимаете, раз уже каждый телефон есть, по-моему, калькулятор. Вот такие вещи надо осознать.